Народ, привет! Помните, раньше были такие игры компьютерной стратегии, когда нужно было создавать свой город, не знаю, возводить здания, прокладывать дороги, строить аэропорты, больницы, все-все прочее. Там фишка была, что вид сверху, ты все видел. Так вот, у нас сегодня объект, который имеет точно такой же вид, как в той игре. Сверху. Город Алания как на ладони, прям в прямом смысле. Предлагаю с этим объектом познакомиться. Полетели. В продаже представлена мебелированная вилла 4+1 в экологически чистом районе Каргаджак. Двухэтажная вилла с современным фасадом общей площадью 350 квадратных метров. Расположилась на благоустроенной территории в 450 квадратных метров. В планировку виллы предусмотрено 4 спальные комнаты, кухня американского типа, 4 ванных комнаты, в одной из которых установлены джакузи, и 2 просторные террасы. За счет того, что вилла расположена на возвышенности, с каждого этажа открывается панорамный вид на море и горы. Вилла оснащена современной мебелью, бытовой техникой, кондиционерами, панорамными окнами и теплыми полами. Район Каргаджак – это активно развивающийся район Алании, расположенный в 15 километрах от исторического центра города. Экологически чистый район с малоэтажными зданиями и активно развивающейся инфраструктурой постепенно привлекает все больше и больше внимания иностранцев. Территориально Каргаджак граничит с популярным районом Махмутлар. Из особенностей также можно выделить великолепный природный ландшафт, чистые пляжи и множество фруктовых плантаций и спокойную обстановку. Инфраструктура. Открытый бассейн, сауна, беседки, зона для барбекю, гараж, открытая парковка, электрогенератор, благоустроенная территория комплекса и сад. Ну что, увидели вкратце? Предлагаю подробненько рассмотреть и разобраться. Ну, вот такая огромная гостиная на первом этаже, которая, не знаю, какого она размера, невероятно. Прихожая зона, все как полагается, есть огромный шкаф для верхней одежды, зеркало, все в лучших традициях, как и должно быть. Сразу попадаем на большую, просторную, невероятную красивую, очень стильную кухню, где есть такой некий остров, да, за которым можно и кушать, и готовить, и, естественно, огромное количество места здесь есть. Сразу хочу сказать про технику, о том, что вся она компании Siemens. Жарочный шкаф, микроволновая печь, холодильник, вытяжка, посудомоечная машина, жарочная поверхность, которая не простая, а с собственным грилем. Ну и, естественно, огромное количество, наверное, с 1000 ящиками для хранения всего разного кухонной утвари. Ну и переходим сразу же в большое пространство, которое называется гостиная. Ну, у меня нету слов. Значит, огромный стол, обеденный на 130 тысяч человек. Так, что мы имеем еще на первом этаже? Значит, большая гостиная комната. И огромный санузел. Также здесь небольшая комнатка для хранения разных вещей, разной утвари, которая мешает в доме всегда. Ковры, пылесосы, да и все прочее.
Значит, из гостиной комнаты можно, естественно, попасть на улицу, к бассейну, на лужайку, на небольшой балкончик. Вот по этой лестнице поднимаешься, как будто в какой-то дворец. И первое, что вас встречает и удивляет, это, конечно, наличие джакузи с огромным окном с видом на Аланию. Ну а дальше как в сказке. Значит, пойдешь налево, попадешь в комнату, пойдешь направо, попадешь в комнату и в сауну. Ну и, естественно, есть еще одна, тоже, наверное, гостевая комната. Она так, чуть-чуть правее. Это, я так понимаю, хозяйская спальная комната. Большая, с гардеробным шкафом таким. И, естественно, с отдельным санузлом. И с выходом на террасу, откуда еще краше становится вид на город. Помимо внешней зелени, которая существует вокруг виллы, здесь еще и решили сделать собственную клумбу дендрариум, так сказать. Поэтому здесь своя зелень, здесь свой цветок. Ну и, конечно, главное примечание, наверное, к этой вилле, что она крайняя. И вот с этой стороны у вас нет соседей. Нет, точнее, они есть. Это птицы. Так, ну вот здесь еще одна спальня. Больше такая гостевая. Полностью, естественно, оборудована. И имеет, конечно же, помимо всего оснащения, выход на террасу. Ну и попадаем мы, естественно, еще в одну комнату, которая имеет статус, мне так кажется, больше детской комнаты, потому что имеет тоже большое пространство, много места, собственный санузел, ну и в данном случае две кроватки для детей. С небольшим балкончиком еще дополнительно и уже видом чисто на горы. Кстати, хочу заметить о том, что во всех абсолютно комнатах система кондиционирования компании Siemens. Ну и главная фишка второго этажа, помимо джакузи с панорамным окном на город, это сауна. Собственная сауна. Слушайте, вот плохо, что камера не передает запах. Просто невероятный вот это... Древесина. И главное, вот мне кажется, что ее вообще ни разу не включали. Реально. Новейшая. Еще из, так сказать, плюшек этого дома, во-первых, везде есть теплые полы по всему дому. И главное, это система, я не знаю, как она правильно называется, мы ее назвали система общего пылесборника. Вот сюда вставляется шланг и пылесосится. А внизу, вот в той комнате, где всякие разные хранятся ненужные предметы, там стоит пылесборник, который, собственно, это все и собирает. Вот такая вот система. Огромная лужайка, которая, кстати, имеет систему полива по периметру, который уходит туда далеко, и это, естественно, тоже ваше пространство для отдыха, посиделок, веселья, игр и все прочего. И касаемо зелени, еще хочу обратить внимание о том, что, во-первых, по периметру посажены достаточно высокие кустарники, что делает эту виллу, это пространство более какое-то закрытое, уютное, домашнее. В общем, здесь действительно уютно и хорошо. Жить будет потрясающе. И еще один момент. Это система безопасности. Также есть по всему дому, ну не по всему, по всему периметру дома расставлены камеры видеонаблюдения. И, естественно, есть система
жалюзи, которые опускаются автоматически, что делает ваш дом недосягаемый ни для кого, кроме вас. Есть гараж, естественно, парковочное место и заборчик автоматический, который делает вашу собственность вот в прямом смысле частной и индивидуальной. Вот стою, размышляю я на тему, хотел бы я жить в этой вилле. Да, хотя со мной многие, наверное, могут не согласиться, потому что далеко, уединенно, достаточно сложно добираться, потому что нужен, естественно, свой автомобиль. Но огромные плюсы вида, наоборот, вот этого одиночества, это все, конечно, перекрывает. Так что, друзья мои, выбирайте, естественно, сами и чувствуйте сердцем. Цена в описании. Помните одно о том, что забота – это наш конек. Лига Реал Эстейт. Увидимся!